Всем привет, с вами Своеобразный да Бесконечное Лето, мод под названием «По ту сторону рассудком». Продолжаем проходить ее. И как оказалось, почему меня там вроде было не слышно как-то видео? Из-за того, что не было усиления на этом, на этот ебаный микрофон. Сейчас его поставил усиление, и сейчас вот нормально работает. Так что, давайте продолжим. Процедуру я окончил, а значит можно отчаливать. Но как бы то ни было, спокойствие продолжалось недолго. Привет, Жаворонка. Не спится? Кто-то явно стоял позади меня. И это кто-то явно был женского пола. Радовало одно. Кибернетическая пара голубков меня не изнасилует. Я повернулся в сторону голоса. Как бы там ни было, это была Дворчевская. И долго ты тут стоишь? Спросил я непринужденно. Не дольше минуты. Интересно, ты что-то хотела? Чего? Сейчас у меня назрел вопрос. Спросила она с недоброй улыбкой. Луи. Что, Луи? Вчера водку обещал достать. На пути не видно, что ты стал ее обладателем. Боже, так нравится донимать меня. Еще с самого утра. Не переживай. Она у меня в домике. Ответил я, не подавая виду, что я не очень-то ей рад. Слушай, раз у тебя есть что выпить, может, угостишь даму? Хотя, чем черт не шутит? Я думаю, что сейчас лучшее время бухать. Думаю, стоит повременить. До ночи, например. Ну да, возможно, ты прав. Но я запомню твои слова. На этой ноте Алиса развернулась и устремилась в сторону домика. Такое ощущение, будто она за мной следила. И, знаете, это пугает. Но были проблемы поважнее. Одна из них – во сколько подъем? Я вновь достал телефон, и в этот раз часы показывали 5:07. Да, все-таки это было слишком рано. Я взял все свои мыльные рыбные принадлежности и направился в ту сторону домика. Пройтись я решил не через площадь, а через домики и здания клубов. Идя по дорожкам, я заметил, что спят почти все, и лишь в редких случаях из приоткрытых окон были слышны голоса только проснувшихся пионеров, желающих вставать. Красота, да, ребята? Мне всегда нравилось это ощущение пустоты. Поздно ночью ты идешь по спальным районам, где нет сильного трафика или активной жизни, и кажется, будто город вымер, и ты один на один с этим бетонным гигантом. Такая же ситуация происходила после Нового года, но застать мне ее удалось лишь раз, в классе 7, когда я еще не нажрался, как свинья. Можно даже было представить, что ты сталкер, гуляешь по срубленному вирусом городу. Предваемое ощущение. Но, говоря о вкусах, я также люблю и загруженность. Когда ты втыкаешь в ухо наушники, в которые играет твоя любимая группа, но ты идешь в центр города, смотря как все тут торопятся. Все, но не ты. Ты свободен в этот момент и можешь этим насладиться. Если любовь к пустоте и загруженности менялась в зависимости от настроения, то было и то, что любил я всегда. Ночь и зиму, а еще лучше зимнюю ночь, но было для меня более прекрасной поры. Кстати, за мыслями я уже дошел до клубов. А вот, собственно, и мой поворот. Ну, остаток пути я провел без особых размышлений. Я лишь вспоминал ту чудную пару, когда я мог гулять зимней ночью, не думая ни о чем. Эх, а не. Вот я добрался до своего домика. Я сделал уже стандартную процедуру, достал ключ и открыл им дверь. Я кинул ключи и мыльные рыбные принадлежности на уже ставшую складом кровать и упал на свою койку. Не знаю почему, но мне жестко рубило сон. Глаза начинают слипаться и бля, говорили мне, не понижай градус. А фак. Блин, все тебе совсем плохо. А? Что? Кто ты? Я пытался разглядеть лицо незнакомки, но мне не удалось сделать это. Лишь темная фигура мелькала перед глазами. Неважно, но я могу тебе помочь. Я почувствовал, как она... Что, как... Эй, бля! Мою голову хватило резко боя. От неожиданности я присел на корточки. Давай, нам надо уходить. Милый, теплый, заботливый голос заставлял меня подчиняться ей и забыть о боли. Она взяла меня за руки, она направилась к двери. И зачем-то надели куртки и вышли на улицу. Почему тут?
Мурашки приближаются по моему телу. Что-то холодно. Уже август. Температура до минус 15 упала. Это еще теплым выдох. Мой мозг перестал обрабатывать информацию. Картинка в глазах вообще перестала выдавать четкий результат. Быстрее. Знакомый сжал мою руку еще сильнее и начал бежать. Начал резкий взрыв. Мы упали на землю. Картинка. Я слышал тихий. И этот противный виск. Прощай. Сказала незнакомка сквозь слезы. Я чувствовал, что вот-вот умру. Я подпрыгнул от неожиданности и страха, а сердце колотилось с адской силой. Сон. Блядский сон. Стал я задыхаясь. И сев на край кровати, отдышался и начал смысливать, что произошло. А впрочем, ничего необычного. Я заснул, мне приснился какой-то бредовый сон. Но взрывы, почему они были такими четкими? Потому что жужжат до сих пор. Я смог буквально секунду и краем уха услышал окончание игры Горна. Горна. Я паник схватил свой телефон, посмотрел на время. Ровно 7. А вот сколько... А вот сколько линейка? Черт, я прослушал, а точнее проспал тот момент, когда нам говорили об этом. Я мигом схватил телефон и ключи. Вылетев из домика и не заметив ни единого пионера, я понял, что все уже давно на линейке. Хоть наказание меня не очень пугало, но это было, во-первых, и не очень приятно, а во-вторых, мешало многим моим планам. Я мигом рванул в сторону площади. Даже пока бежал, я не встретил ни одного пионера. Моя пятая точка уже чувствовала, что я попал в очень и очень большие неприятности. Хоть у меня и было новое тело, но задыхаться я все равно начал. Даже какие-то... Даже какое-то слабое помутнение в глазах было. Но из-за волнения я не заметил, как пробежал все это расстояние до площади. И к моему удивлению, здесь никого не было. Блять, кажется, все еще хуже, чем я думал. Это Горн был на завтрак. Я поднял голову вверх и завопил. Ну да нет, ну это не серьезно, ну нет! Тебе плохо? А, что? Я резко опустил голову, развернулся и отпрыгнул на полметра назад неожиданности. Передо мной стояла Мику. Я не был особо рад, но все же решил спросить. Мику, что ты тут делаешь? Почему ты еще не на завтраке? Она посмотрела на меня как на идиота. Завтра только через час. Мику с недоверием посмотрела на меня и начала пятиться назад. Слушай, если все плохо... Если плохо, то лучше... Слушай, тебе если плохо, то тебе лучше сходить в медпункт. Какой-то запомнит. Я переволновался. Ну да, бывает. Ты попроси Ольгу Дмитриевну еще раз тебе рассказать расписание. Да, Мику уже более спокойно. Да, хорошо, спасибо за совет. Ладно, я пойду, мне надо с вами поговорить. Удачи! Сказал я, махнув ей рукой. Все-таки не такая она и придурковатая. Я присел на лавочку, стоящую рядом. Я хотел узнать, сколько у меня еще времени до начала линейки, но достать телефон я не мог, так как это было слишком рискованно. Поэтому я просто откинулся назад, закрыл глаза и погрузился в свои мысли. Минут через 20 я услышал гул и понял, что линейка уже близко. Я открыл глаза и чуть не обомлел. Площадь была забита почти битком. Здесь были все, и 10-летние дети, и подростки лет 14, ну и самые старшие были мы. Я даже толком не искал свой отряд. Среди толпы мелких он единственный. Став с лавочки, я медленно поплелся к нему. На подходе я увидел приближающуюся Ольгу Дмитриевну. «Пионеры, доброе утро!» Сказала радостно ОД, подойдя к нам. «Доброе утро!» Ответили мы хором. «Посмотрите в линейку, нам надо много обговорить». Мы начали перестройку и уже через 10 секунд стояли ровно с роем. «Итак, вчера я вас уже ввела в курс дела. Как мы помним, каждый день у нас мероприятие, и сегодня это приветственная дискотека. Всем быть нарядными». «О, дискач!» Я уже чувствую, как все мои планы катятся по наклонной. И тут у меня два выбора. Первый – влиться в лагерную жизнь и хоть раз ее почувствовать. Второй – начать подстраивать под это расписание и в конце концов забить. «Также, сегодня нам надо подписать обходной лист и определиться с видой вашей деятельности. Так как вы старший отряд, данные кружки только у вас, а заведующие ваши товарищи. В музыкальном клубе заедут Мику, а кружком кибернетики Саша. Также вам надо зайти в библиотеку, которая заведует Женя, и пройти медосмотр у Виолы Церовны в медпункте». Из всех этих мест мне осталось закончить лишь заскочить лишь к кибернетикам и Виоле Церовне. Виоле Церовне. Не знал, что у нее такое отчество. Мы не думаю, что это очень-то и важно. Ах да, чуть не забыла. Нам нужно выбрать командира отряда. Кто желает им быть?
Из строя вышла одна Славя. Неудивительно, кто же еще из этой компашки согласится на это? Больше никто не желает. Все уныло завертели головами. Хорошо, тогда командиром отряда назначается Славя. Ольга что шепнул на ухо Славе, после чего та вернула строй. Пока что это вся информация. Сейчас я раздам вам входные листы, и у вас будет 15 минут до завтрака. После завтрака идем переодеваться. После чего строимся на площади, идем на пляж. Ладно, займусь обходным после пляжа, так как обходным я мог свалить, но одеться в первый день. Так, Тихонова Ленина, Ирина, Двачевская Алиса, Света Ульяна, Хацуна Мику, Горяевона Славяна, Орлова Евгения, Тимофей Александрович, Сергеечкин Сергей. Все не по очереди начали подходить к УД и брать у нее обходные листы. А тебе я его выдала вчера, сказал УД, посмотрев на меня. Я взгляд не то чтобы пугал мне, просто он был какой-то необычный. Я даже не мог его описать. Ох, аж мурашки по коже побежали. У вас есть 30 минут до завтрака. Надеюсь, вы сами все сделаете. Не придется с вами ходить. С младшим отрядом мне пора. Это обидно было. После всех слов Ольга развернулась и, придерживая панамку, побежала в сторону административного корпуса. А вот мне захотелось снова покурить. Ибо я не делал это еще со вчерашнего вечера. Но лишь я вспомнил о сигаретах, как тут же появился лица. Привет еще раз. Сказала она, почти влетев в меня. Так понимаю, ты хочешь еще одну. Сказал я с неким раздражением. Ты абсолютно прав. Сказала Алиса, сделав свою лисью улыбку. У меня сигарет не вечный, а попрока тебя больше нет. Какая мне от этого прибыль? После этих слов Алиса изменилась в лице. Она, кажется, была готова убить меня. Но через секунду она вновь сделала спокойно и сказала. Да, ты прав. Выгоды от меня немного. Но зато я могу рассказать Ольге Вильне, что у тебя сигареты и водка. И лицо сделало совсем довольным, но заявление было резким и довольно опасным. Так говори, что хочешь, у тебя нет доказательств. Плащистка снова стала злой. Ладно, отлично. Посмотрим, как ты потом запляшешь. Удачи, только не надел у меня. После этих слов Алиса развернулась и быстрым шагами удалилась с площади. Я был уверен, что Алиса ничего не расскажет Ольге, ведь ей самой нужны эти сигареты. Расслабившись, я начал думать, где можно покурить, да и к тому же, чтобы данное место было недалеко от столовой, дабы я успел на завтрак. Выбор пал на склад, за ним много открытого пространства, а ходит там мало кто, а до столовой вообще рукой подать, именно поэтому я быстро двинулся в это направление с площади. Почти моментально прошел мимо столовой, у которой уже стояло несколько человек среди отрядов, которых, видимо, опустило вожатое. Ведь, исходя из слов Ольги, почти все, кроме нас, ходить могут только вожатыми. И если это правда, то мне от этого только лучше. Чем меньше глаз, тем спокойнее. Вожатые заняты детьми, а дети всегда при вожатых, да и заметить толпу людей будет куда легче. Но шел я не с чем иным, как желанием покурить. И вот я уже забегаю за здание склада, и я осторожно стараюсь не привлекать лишнего внимания, осмотрелся по сторонам. Ну, вроде чисто. Я подошел к стене склада и оперся на нее, после чего достал сигарету и зажигалку. Мне нужна была, конечно, всего одна сигарета, но достать ее из кармана отдельно почти не представлялось возможным. Достав сигарету, я убрал остальную пачку обратно в карман, после чего положил ее в рот и поджег. Зажигалка тоже вернулась в карман. О, это прекрасно чувство, когда лица пораньше выкуриваешь сигарету, а ее тяжелый фиту усиливает эффект и наслаждение в несколько раз. Я сделал еще один длинный затяг, удовлетворяющий мои потребности. Это было даже более чем прекрасно. Это было превосходно. После очередной затяжки я поплыл. Дофамин меня уже переполнял, и я начал сползать вниз с глупой улыбкой. Но не успев осознать, что произошло, я упал на землю, естественно, уронив сигарету. Блять! Тихо, смысла поднимать сигарет почти не было, но потушить ее стоило, только пожара не хватает. Я встал на ноги и потушил уже тлеющий бычок. Просунуть сигарет был совсем уж иррациональный, скорее всего, в скором времени мне придется опять лезть в административный корпус. Но это в будущем, а пока стоит пойти на завтрак. Я вышел на дорожку, не подавая вида, что я сделал хоть что-то неподобающее пионеру. На правильную сторону стола я размышлял, как можно было так глупо подпять столица на ресурс.
На горизонте уже маячило здание столовой, но привычного для этого места ораву детей не видел. Подойдя к крыльцу, я оперся на поручни в ожидании призыва к завтраку. Простояв так минут 5 и не услышал звонка, я начал подумать, что ошибся временем. И скорее всего, я был прав. Буквально через несколько мгновений я увидел Шурика, бежавшего куда-то. «Эй, постой!» — крикнул. Я почался прямиком к кибернетику. Видимо, он услышал мой крик, поэтому остановился, что дал мне возможность догнать его без особых усилий. Подбежав к нему, я начал свой расспрос на момент расписания. «Привет, Шурик, ты случайно не знаешь, через сколько примерно будет завтрак?» Надо сказать, что я питал надежду видеть непривычного мне Шурика, а нормального человека. «Вы знакомы?» Спросил он серьезным, даже чуть грубоватым голосом. «Нет, вроде», — ответил я молниеносно. «Ну, тогда приятно познакомиться. Я Саша. Но все, как, впрочем, и ты, зовут меня Шуриком». Он протянул мне руку. Пожав ее, я назвал своей. «Валентин». Говоря честно, я еще не до конца понял, что он представляет. Но буду надеяться на лучшее. «Итак, Валентин, очень приятно. Завтрак пропустил, он же закончился». «Да ну нет, я же не мог так долго курить». «Ну, очень кстати, что я тебя встретил. Мне как раз понадобится мужская сила. Сам понимаешь, здесь этим напряг». Его пунктуальность меня выбешивала. Я знал много людей такого типажа. Чем хорошим это не кончалось. В основном все они были своего рода дутиками, абсолютно не понимающие, как жить. Но в каких-то конкретных областях они разбирались лучше других. И чаще всего это были области техники игр. Всегда презирал таких людей. И не за то, что они шарили в чем-то, чем я мог не шарить, а за их манеру общения, образ жизни. А я тут при чем? Зови друга своего. Кибернетики это запомнят. Они нахуй не дались. Это был явно не тот ответ, который он хотел слушать. Оно и не мудрено. Мы все так не общались, особенно в канонах этого лагеря. Да он, занят. Начал мемлить он. Да ладно, уже тебе оправдываться. Идем. Все равно мне нужно получить вот подпись. Подвинулся путь. К сожалению, идти надо было почти через весь лагерь. Дабы информации не наговорить лишнее, я подавляю все его попытки заговорить односложными ответами. Ненавижу их. Придя на место, я увидел до боли знакомый клуб. Обитель гиганов и задротов. Не сказать, конечно, что я не играл в компьютер, но не ходил в виртуальный мир на неделе, и то и больше. А то и бы шла. Но даже так я не считал это время потраченным с пользой. Ну а вот мы на месте. Сказал он слишком жизнерадостно. Что же от меня требуется? Сейчас объясню. Он сбежал на крыльцо и отпер дверь ключом. Заходи. Я зашел внутрь здания клубов. Это за любовничком. Он показал мне жестом подождать его, а сам зашел в кладовку и начал там рыться. Мне в голове промелькнула мысль. А не вот ли он ищет? Но даже если он ее не найдет, вряд ли он подумает на меня, хотя... Ладно, будем надеяться на лучшее. Порывшись там еще минут 3, он пыхтя вытащил стремянку. Стремянку, блять! Пыхтя! У него отрицательная мышечная масса. Он покатил ее на стол, но сделал это так, что он чуть не упал. Это на это было смешно, но в то же время больно. «Ты же ушел по делам, так что мне нужна будет твоя помощь». «Это эталон спорта», отдышавшись. «В чем? Держание стремянки?» спросил я лирично. «Ну да». «Хоть я и предполагал, что он объект еще тот, но чтобы он настолько...» «А я как раз хвану тебе подпишу». «Да он с рукой». «А ты уверен, что он у меня есть?» «Уверен. Я слышу, как Ольга Дмитриевна тебе сказала про него на линейке. А у меня-то еще не был». Ух ты, а птица говорю, оказывается, отличается особым умом и сообразительностью. Ну, в общем-то, это условие мне подходило. И к тому же, очень вряд ли он подписал бы его. Без боя. Ладно, валяй. Я разложил стремянку и начал ее держать. Шурик опасливо начал завязать по ней крюку в потолке. Ой, как он дополз до самого верха, трясаясь, он начал отпускать руки и тянуть их к крюку. Подняв его, отодвинув, он начал лезть на чердак. Это зрелище надо было видеть. Думаю, еще чуть-чуть, и он бы повторил историю Толика из БКР. Но, к моему удивлению, здесь он все-таки смог. Я отпустил стремянку и начал оглядываться по сторонам. А тебе нужна Алиса, как она падает, и ее... чтобы точно было из БКР.
Я опустил стремянку и начал глядываться по сторонам. Сейчас мне было больше времени на рассмотр интерьера клуба, так как я никуда не спешу. Но вот неожиданность, здесь ничего не изменилось. За исключением того, что тут стоял какой-то запах влажности. Интересно, что он вообще мог стоять в помещении, напичканной электроникой. Видимо, кибернетики относятся к своей работе с энтузиазмом, но при этом они неряшливы. Я спускаюсь, слушаю я сверху. Опять подумать, дают. Я уже забыл, что он там, хотя на протяжении всего этого времени он громко в чем рылся. Я для него сделал стремянку и начал удержать. Возьми коробку, поставь ее на стол, пожалуйста. Я подошел к Шурику и забрал у него коробку, напичканную всяким барахлом. Чего только человек не сделал, чтобы построить робота в Фури. Поставив коробку на стол, я вернулся к работе держателя стремянки. Но в день спустился он уже более живо. Все, я больше не нужен? Спросил я, надеясь на отрицательный ответ. Если разберешься в робототехнике, то нужен, конечно. Не дай бог два провода спаять, а тут роботехника еще. Ну, не разбираюсь. Ну, значит, я пошел. Но сначала обходной. А, точно. Сейчас. Он разгреб какие-то бумаги на столе и взял первый попавшийся карандаш. Я протянул ему листок, который я только что достал из кармана. Давай сюда. Я перейду Шурику обходной, и тут случилось непредвиденное. Мой желудок издал звук умирающего кита. Не мудрено, я не ел со вчерашнего вечера. Ты ж голодный, что-то я сразу не подумал. Принять которую ящик достал оттуда сверток, который он передал мне вместе одним. Это бутерброды. Они нам всегда нужны. Угощайся. Лёша, есть в нём что-то святое. Благодарю, я пошел. Твой человек, блять. Фу, блять, нахуй. Чё ты говорил, блять? Такому он что-то мне сказал, скорее всего, попрощался. Но я уже и так вдоволь наслушался его болтовни. На 2 недели вперед. Но не в нем главная проблема. Мне нужно еще зайти к Виоле. О, Виола, вот это сейчас будет весело. Пока я шел до местного маньяка, все бутерброды были мной съедены, и голод не являлся у меня такой проблемой. Вот я и снова тут. Я постучал в дверь, надеясь на ответ. Войдите. Местный маньяк. Чего он так назвал? Открыв дверь, я вошел в медпункт. Здесь было очень светло и уверен, что также чисто. Акушетка сидела Ульяна, а за стол напротив Виола. Вот твой обходной. Постарайся в этом году получить хоть чуть меньше шишек и царапин. Так точно, Виола Церановна. Отдав честь, Ульяна вскочила с кушетки и пролетела мимо меня к двери. Я тоже обходной подписать, пионер. Только без осмотра. Хорошо бы было. Ну, давай с обходной. И призвавшись на кушетку. Ну нет, не надо. Я протянул Виоле свой обходной и сел на кушетку. Подними рубашку. Блять. Виола надела стетоскоп и придвинулась ко мне. Секунду. Я покорно поднял рубашку, что, к моему удивлению, мне удалось. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Я подчинялся всем ее словам. Можешь отпускать. Я опустил рубашку и уже надеялся получить обходной обратно, но Виола была против. Ёж, куришь? Спросил она, намекая. Ни в коем случае. Соврал я, пытаюсь быть максимально серьезным и уверенным. Правильно, Пеня, правильно. Может, мне показалось, но голос изучал уже менее тонко. Написал, что обходной, она протянула его мне. Держи, если что заболит, бегом ко мне. Ага, сейчас. Хорошо, спасибо. Забрав обходной, я вылетел из медпункта. Фух, я справился. Мне надо найти Ольгу. Если память мне не изменяет, то Ольга должна быть на пляже. Не думаю, что она уже ушла оттуда. В любом случае, я не стал терять времени и помчался к морю. Играть в образцового пионера я не стал, поэтому сократил путь вдвое. Вместо похода через площадь я выбрал напрямую дорогу к пляжу. Через кусты. А, через склад. Буквально через несколько секунд я увидел склад, а значит, я иду в правильном направлении. До пляжа оставалось считанные метры, но крики я уже слышал. Мелких я никогда не любил, они доставили слишком много хлопот и зачастую очень сильно мешали. Но мне волноваться не было смысла, ибо я защищен от их же вожатыми. Идеально. А то, к слову, здесь сам пляж, ни воды никого не было, лишь на берегу толпились 2 старших отряда, относительно других, конечно. Недалеко от них я заметил Ольгу, она лежала на полонтице и загорала, да уж. И пыльная работенка у нее. Я стремительно подбежал к КВД, дабы избавиться от заполученного входного.
Ольга Дмитриевна, можно вас? А, Валентин, что-то хотел? Спросила она без особого интереса. Видимо, ей не особо понравилось ее пробуждение. Я обходно запомнил. Хотел вам отдать. Давай сюда. Сказала Ольга, забирая мой обходной. Проверив наличие подписи, она ответила. Молодец, может быть свободен. Пока. Скоро обед. Не опаздывай. Хорошо, Ольга Дмитриевна. Дело сделано, остаток дня принадлежит мне. Отойдя от воды, я взглянул в сторону острова. Да уж, виды здесь прекрасные. Я бы даже закурил, но это будет очень опасно. Прекрасен мир, являешься во снах. Именно миром снов я мог бы назвать это место. Оно прекрасно, но как бы ты ни хотел, выбраться отсюда просто так нельзя. Мыслями, но нужно и о себе подумать. Я нормально не ел с вчерашнего дня, поэтому обед пропускать нельзя. Я вышел на тропинку, ведущую к столовой. Хоть обещал быть недолгим. В поле зрения появился склад. К слову, криков я опять не слышал. В этот раз опоздать не мог, поэтому, вероятнее всего, я приду рано. Но пришел я как раз вовремя. Вместе со мной к зданию подошли вожатые с их отрядами. По избежанию сполтотворения у буфета, я решил посидеть на лавочке, стоящих под козырьком и послушать музыку. Поднявшись на веранду и сев на лавку, я достал телефон с наушниками и включил что-то из плейлиста. Мелодия оказалась довольно успокаивающей. Интересно, кто-нибудь удивится таким наушникам, как у меня? Не сказать, что они у меня наворочены, просто я не знаю, какие наушники распространены в этот промежуток. Интересно, как здесь идут года? Ведь кроме лета тут ничего не бывает. Ну, если не считать райцентр. Но на данный момент мне это не стигнуло. Конечно, я понимаю, что я где-то в софте, и в лучшем случае именно в это время изобрели плеер. Ну, вроде как, пионеры, проходящие в столовую, не обращают на меня внимания. Ну и ладно. Интересно, сколько дней мне хватит водки? К слову, если вспоминать мои пьянки, именно после них я думал наиболее широко и разумно. Очень странно. Я и сам не знаю, как это работает. Кто так развлекся? Ой, блядь, только не ты. Я слышал голос, который ни с кем не перепутаю. Это была Алиса. А тебе какое дело? Вот, представь, ты помрешь. А с кем я пить буду? То есть ты только за алкашку волнуешься? Нет, конечно. Ты что? Сказал Алиса максимально саркастичным тоном. Я брал телефон в наушники и встал со скамьи. Твой сарказм можешь оставить при себе. Да ладно тебе, я же шучу. Навалю таких шутников. Ключевой смысл в прошедшем времени. Сказав это максимально разжевывая, я повернулся и пошел в стол. Что же с ним такого стало? Слышу я вдогонку. Но не ответив, я зашел внутрь. Убил. Народу было много, но все уже уселись за столик и начали кушать. Я взял порцию и сел за свое любимое место. Странно, что это никогда не занимает. Почти сразу ко мне подсела Алиса. Так что же ты ел? Спросила она. Она жаждя узнать ответ. Жажда узнать. Да что ты прикопалась? Оставь от тебя. А то тебя надеюсь, что Алиса все-таки замолкнет. Расскажи. С ненаигранным интересом сказала она. Не забыла, кто будку свет провел. Или в следующий раз мне не спасать твою задницу от проведенного праведного гнева бати за потерянную... Чё ты взял, что она вообще моего отца? Может, моя зажигалка? Даже если его, чё ты взял? Он мне что-то сделает. Сказала она это много смущенный тих. Да вот, я не знаю. Само как-то в голову пришло. Сказала я сарказмом. Вот так и не говори, что тебе такое не влетело. Казалось, Алиса уже была на грани срыва. Да мне не влетало. Я не палился. Как это не палился? Спросил Алиса. Знаешь такую шутку, как совершеннолетие? Эту фразу я сказал с особым удовольствием. Хотя я понимал, что это далеко не круто. Как думаешь, большая часть детей? Так тебе нет 18? Блядь, ну почему я так часто туплю? Надо же придумать, чтобы выкрутиться. Ты права, но там есть свои нюансы. Круто выкрутился, ничего не скажешь. Какие нюансы? Могут быть подсчёте своего возраста. Или у тебя
все наступает раньше, чем у всех нормальных людей. Алиса сделала особый акцент на слове «нормальных». Вот стерва! Или ты сам не знаешь, сколько тебе лет. Иронично. Да знаю я все, забей, сказал, не подумав. Алиса посмотрела на меня как на дурачка. Этот цирк начал мне выбешивать. Это как? Если придет время, то расскажу. Отрезал я. То есть она еще может не прийти? Отлично. Время относительно. Я пытался скорее закончить это все, поэтому отвечал как можно реже. Умная птица. На этом сказании я решил не отвечать. Я надеялся доесть свою порцию как можно скорее, но Алиса сделала это быстрее, став из-за того, она выпалила. Сегодня к тебе ночью завалюсь. Выпьем. Я водку выпью с другим человеком, типфон. Пусть это и я предложил, но уж больно как-то она принимает это задолженное. И дай боже, я нажрусь. Я хотел бы высказать ей пару ласковых, но она уже скрывает за дверьми столовой. Доел свою порцию, я вышел. Дел было вечером, делать было нечего. Может, хоть в домике будет чем заняться. Не был я в своем домике уже с самого утра. Да и невыгодно мне туда ходить, слишком далеко. Да уж, выгоды никакой. На горизонте уже маячил площадь. Было бы неплохо, если она не была в паре десятков метров от столовки. Но сегодня на площади никто не бегал. Лишь идущие строями отряды. Оно не мудрено. Ведь все старшие подписывают обходные, а у младших вместо обходных обычные экскурсии с вожатыми. По сути, у меня весь день свободный. Я могу пойти напиться. Ну, есть ли в этом смысл? Несомненно, есть, но алкашку надо беречь. Ее у меня и не так уж и много. Так что нужна другая альтернатива. Очевидно, что нужно разведать, как и почему я сюда попал. Но как это сделать? Есть много вариантов. Ну, самое простое и очевидное, это взять кого-то из администрации лагеря в заложники и пытать его. Не сказать, что для меня это было бы неприятно сейчас. Именно ведь только начинается. Надо извлечь максимум выгоды из моего пребывания здесь. Да и не факт, что у них есть эта информация. Насчет провизии. Мне нужна пепельница. Иначе как я буду курить у себя в домике? Конечно, можно выкидывать окурки в окно, но то они будут скапливаться, и кто-нибудь их заметит. Хоть мне и плевать на наказание УД, но жизни хочется спокойно. Первым делом, как приду в домик, еще раз его обыщу. А вот, собственно, и мой обитель. Отперев дверь, я вошел внутрь. Впервые я решил обойти домик в поисках какого-нибудь тары. На глаза мне ничего не попалось. Плохо, ну да ладно. Я подошел к шкафу и, вспомнив неудачные попытки посмотреть в зеркало, я даже не решил взглянуть на себя. Открыв шкаф, я ошалел. Что за нахуй? В шкафу лежало еще два комплекта формы. Бавки, полотенце и один комплект повседневной одежды. Это как? Ко мне кто-то заехал? А почему-то меня никто не предупредил. Я решил проверить другой шкаф и тумбочки, но там было пусто. Ничего не понимаю. В отряде я самый низкий. Что если... Я достал из шкафа повседневную одежду. Она была точь-в-точь, как у меня в 9 классе. Было еще страннее. Я снял свою форму и надел майку и шорты. Они у меня были как раз. Слишком странно. Но за кольцерды мне это только в плюс. И если это и впрямь моя одежда, значит, мне придется меньше париться над тем, чем ходить, если эта форма пропотеет или испачкается. Одевшись с обратной формой и убрав майку с шортами в шкаф, я продолжил поиски пепельницы. По шкафам ничего путного я не нашел. И правда, чего вдруг взяться пепельницы в шкафу домика пионера? Было бы нелогично. Хотя, о какой логике может идти речь? Я же все-таки в вымышленный лагерь попал. Что-то я начинаю забываться. После какое-то время я обыскал весь домик со всеми его закоулками. Естественно, я ничего так не нашел. И решил не тратить время попусту и пойти в другое место, поискав что-нибудь там. А вот куда? Вот тут мне пару минут ко мне пришло озарение. Второй лагерь! На этой заброшке по-любому будут какие-нибудь банки или что-то вроде того. Проверив зарядку своего телефона, которая оказалась почти 100%, я направился в путь. Я вышел из домика и запер дверь. Если память меня меняет, мне лишь нужно пойти дальше по этой улочке, чтобы выйти на дорогу к старому лагерю. Дорога обещала быть интересной, если вы, конечно, любите повторяющие раз за разом виды, деревья, кусты, то не может быть такого интересного.
Интересно будет на следующем видео, о чем могу сказать. Ладно, на этом, пожалуй, мы остановимся. Всем спасибо за просмотр, подписанность на канал. С вами снова Варио. Бесконечное лето, мод под названием «По ту сторону рассудка».